Эволюция зубной нити. В настоящие дни мы часто говорим о чистке зубной нитью и о новых стоматологических продуктах этого направления. Факты свидетельствуют о том, что чистка контактных поверхностей зубов и межзубных промежутков очень важна для поддержания здоровья тканей пародонта, а также здоровья всего организма пациента в целом. И все же, какой из методов чистки контактных поверхностей зубов и межзубных промежутков был бы наиболее эффективным и приемлемым для ваших пациентов? Давайте начнем с исследований. Как клиническому инструктору и научному сотруднику, мне важно знать, что является научной основой исследований. Вы можете полагаться на факты, описанные в медицинских журналах. Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы данное исследование проводилось именно сторонней компанией, которая бы не являлась компанией-производителем. Результаты проведенного нами исследования довольно убедительны. Благодаря оптимальному сочетанию давления и пульсации, ирригатор для полости рта Waterpik удаляет бактериальный налет как в поддесневых пространствах, так и в пространствах между зубами. В то же время массаж и стимуляция тканей десен способствуют улучшению кровообращения и заживлению тканей, а также обеспечивают превосходную гигиену для полости рта. Я начал свою практику около 5 лет назад, и одна из вещей, которые я намеревался осуществить с самого начала своей деятельности в институте, это эффективная программа гигиены полости рта. Исследования за исследованием доказывают тот факт, что применение ирригатора для полости рта Waterpik представляет уникальную возможность по удалению зубного налета и уменьшению кровоточивости десен. Ирригатор для полости рта Waterpik удаляет 99,9% бактериального налета с поверхности зубов, которая была подвержена обработке. Вы используете ирригатор для полости рта Waterpik, просматриваете результаты с помощью сканирующего устройства и видите, что налет исчез, просто исчез. Это неоспоримый и неопровержимый факт. Для сокращения воспалений десен чистка контактных поверхностей зубов и межзубных промежутков при помощи ирригатора на 50% эффективнее по сравнению с использованием зубной нити. В плане снижения кровоточивости десен и улучшения здоровья всего организма в целом, такая процедура также в 2 раза эффективней по сравнению с использованием традиционной зубной нити. Более того, ирригатор оказался в 3 раза эффективнее, чем использование зубной нити для удаления зубного налета у пациентов с брекетами. Применение ирригатора для полости рта Waterpik в нашей практике в течение 25 лет и наши многочисленные исследования, касающиеся его применения, показывают хорошую клиническую картину, а стойкий эффект сохраняется на протяжении многих лет. Более того, для достижения таких результатов достаточно применять ирригатор в течение всего 1 минуты в день. У меня огромные запасы бесплатной зубной нити. На протяжении многих лет я предлагала людям применять ее, но они не делали этого. Они хотят использовать ирригатор. Результаты очевидны. Ирригатор, несомненно, является более простым и эффективным средством, чем зубная нить. Но что в таком случае можно сказать о воздушном ирригаторе? В 2 исследованиях, опубликованных в 2012 году, мы сравнивали между собой водный ирригатор для полости рта Waterpik с воздушным ирригатором. И нами было доказано, что применение водного ирригатора было значительно более эффективным для пациентов. При однократном применении, которое проводилось с целью исследования эффективности по удалению зубного налета, результаты водного ирригатора для полости рта Waterpik были на 30% лучше, чем у воздушного ирригатора. В частности, результат применения водного ирригатора в исследованиях по удалению зубного налета и отложению зубного камня был на 45% лучше при обработке им язычных поверхностей зубов и на 60% лучше при обработке им десневых поверхностей зубов. По истечении 28-дневного исследования было установлено, что для сокращения воспаления десен применение водного ирригатора для полости рта Waterpik на 89% эффективнее воздушного ирригатора, а также на 70% эффективнее при удалении зубного налета. Когда я случайно наткнулся на результаты сравнения водных и воздушных ирригаторов, то совсем не удивился, так как они просто констатировали те заключения, к которым я пришел после того, как испытал водный ирригатор Waterpik
Waterpik на себе. Я хочу быть полезным для своих пациентов. И видя конкретные цифры и данные исследований, мне приятно знать, что мои рекомендации пациентам действительно ценные. Для меня приоритетом является наглядный результат оздоровления моих пациентов. И именно это стимулирует меня рекомендовать тот или иной продукт. В настоящее время мы имеем еще больше возможностей для удовлетворения потребностей каждого из ваших пациентов. Во-первых, это ирригатор для полости рта Waterpik для детей. Новинка, разработанная специально для детей от 6 до 12 лет, которая делает процедуру ухода за зубами и брекетами быстрой, забавной и легкой. Для пациентов с небольшими ванными комнатами, а также для тех, кто часто путешествует, мы разработали специальный ирригатор для полости рта Waterpik Traveler, который на 50% меньше, чем другие модели. Он имеет специальный переходник для работы в любой стране по всему миру и идет в комплекте с роскошным дорожным чехлом. Сегодня компания Waterpik представляет звуковую зубную щетку Sensonic Professional Plus, новинку на рынке стоматологии, которая представляет собой современную звуковую зубную щетку, скорость щетин которой на 25% больше, чем у аналогичных звуковых зубных щеток. Клинические исследования подтверждают тот факт, что представленная зубная щетка на 29% эффективнее в удалении зубного налета, чем аналогичные зубные щетки. Расширенные функциональные возможности и привлекательный дизайн. Зубная щетка Sensonic Professional Plus обладает значительными преимуществами в части превосходной гигиены полости рта и прекрасного самочувствия пациента в целом. И, наконец, ирригатор Waterpik предлагает комплексный уход за полостью рта, поддерживая ее в здоровом состоянии. Этот удобный, простой в использовании и клинически проверенный продукт полностью заменяет собой как зубную щетку, так и зубную нить. В одном из недавних клинических исследований было доказано, что в части улучшения здоровья десен уход за полостью рта, осуществляемый посредством ирригатора Waterpik, на 70% более эффективен по сравнению с другими ирригаторами и на 159% более эффективен по сравнению с обычной зубной щеткой. Для наших пациентов с брекетами наиболее действенным режимом гигиены полости рта является сочетание применения электрической звуковой зубной щетки и ирригатора Waterpik. И я думаю, это здорово, что эти два продукта соединили в один. Зачем продолжать применять простую механическую чистку зубов, если можно обеспечить полный уход за своей ротовой полостью? Продукция Waterpik постоянно совершенствуется, удовлетворяет все большее количество потребностей и клинически апробируется в многочисленных исследованиях. Все исследования в отношении продукции Waterpik проводятся независимыми университетами и научно-исследовательскими учреждениями и публикуются в периодических изданиях, так что вы смело можете доверять их результатам. В частности, я доверяю результатам клинических исследований, которые иллюстрируют уменьшение процесса воспаления десен и улучшение состояния тканей пародонта, а также сокращают количество различных бактерий, способствующих развитию заболеваний пародонта. Мы гордимся своими новейшими технологиями, а также тем, что мы сделали все возможное в плане оздоровления ротовой полости наших пациентов, и результаты нашей работы, конечно же, будут сохраняться в течение длительного времени. Ирригатор для полости рта Waterpik эффективен. Когда пациенты спрашивают меня, пользуюсь ли я зубной нитью, я отвечаю: нет, я не пользуюсь зубной нитью. И мой ответ поражает их, поскольку сам гигиенист говорит им, что не пользуется зубной нитью. Но затем я всегда добавляю: но я использую ирригатор Waterpik. Я работала с врачами по всей Северной Америке, включая США и Канаду. И от каждой врачебной практики, которая начинает применять ирригатор Waterpik, я слышу исключительно положительные отзывы об этой продукции. В сегодняшнем вечно занятом мире нам важнее, чем когда-либо, назначать нашим клиентам быстрое, легкое в использовании и клинически эффективное средство. И ирригатор Waterpik именно такой. Мое главное послание для стоматологов и других гигиенистов заключается в том, чтобы они попробовали его сами. Убедитесь на своем опыте, как здорово он работает, и вы с восхищением будете предлагать его своим пациентам. В моей стоматологической карьере есть несколько вещей, которые явились прорывом. Применение ирригатора для полости рта является одной из них. Присоединяйтесь к эволюции. Попробуйте его сами и рекомендуйте своим пациентам. Ирригатор для полости рта Waterpik – это простой и наиболее эффективный способ ухода за полостью рта.